алебастр, глина, ну, какие-то совершенно проволочки. То есть все, все, во что может человек превратить. А по времени, например, вот сколько эта композиция? Ой, вот по времени, честно говоря, никогда не задумываешься, сколько времени тратишь на это. Ну, это вот как создание картины. Каждый экспонат, модель, диорама в миниатюре – отдельный мир, живая история. Сергей Василькевич 30 лет продолжает традиции миниатюрного моделирования в нашем крае. Его дело поддерживают ученики. На данный момент работаю моделью «Скаут». Собираю уже не около месяца. Также аналогичную модель собирал до этого. На него ушло около года. Для того, что хочется, всегда находится время. То есть с этим никаких проблем нет. Моделированием заниматься хочется, поэтому всегда находится свободное время. Девятиклассник Александр собирает реплики военных автомобилей без отрыва от учебного процесса. Его товарищ по клубу, библиотекарь Виктор, совершенствует свои навыки по росписи не только на этом виде техники. Теперь у вас и гоночные болиды, и вот скрипты. Ну это не болид. Ну что вы. Это ралли. Да, но это вообще как подарок был, поэтому нельзя же подарок оставить без внимания, поэтому пришлось собираться, да. А так в основном военная техника идет. Первые модели руководитель клуба собирал из подручных средств. Вдохнуть жизнь, одушевить неживое – особая наука. Это выглядит все равно вот в таком виде. Даже имея хороший набор, вот просто так сесть, взять и везде сделать живую модель невозможно, потому что все равно требуется фотоматериал. Любой образец военной техники – это серия. Первый, допустим, образец. Есть серийный, есть модернизация и есть именной. Да? Допустим, какой-то самолет, на котором воевал конкретный человек. Все, он уже в процессе эксплуатации. Он претерпевает такие изменения, там какие-то заплатки появляются, какие-то лючки переделываются. Диорамы в миниатюре клуба «Калибри» представлены на выставках Музея гражданской авиации Красноярского края, Мемориала Победы и в культурном центре на Высотной, где открыта запись в клуб. Мужчина должен уметь что-то делать руками. То есть это рождение мужчины.